Эксперимент с видео на трех языках не удался. Извиняюсь перед немецкими и испанскими подписчиками. Видео будут выходить в старом формате. А сегодня короткое видео с очень легким ремонтом. Да, и такие мне иногда приходится делать. Но зато на следующей неделе вы сможете увидеть ремонт Porsche 911. Не пропустите. А сегодня BMW X1. Как видите, работы здесь немного. Мне надо поменять передний бампер, потолок, аэрбэки, выровнять зазоры. Итак, машина у меня в мастерской. Ремонт начну с разборки. Итак, все поврежденные детали сняты. Теперь выгоняю ее на улицу и жду детали. Через 10 дней мне привезли потолок, ремни, все подушки безопасности и покрашенные бампера. Теперь у меня есть все детали. Собираю, выравниваю зазоры, привожу машину в порядок. We'll be right back.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 20 часов. Thank you.
на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!